Конференция организована в рамках проекта, реализуемого силами сотрудников Института мировой культуры. Руководителем и главным вдохновителем его является академик Вячеслав Силович Иванов. Автором и исполнителем. О заместителях как-то мы не будем сейчас говорить, но я хочу сказать, что этот проект очень давнишний наш. Мы занимаемся больше выстраданные, занимаемся больше 5 лет им, и разные формы он обретает. Мы проводим и научные семинары регулярные, посвященные проблематике живого камня. Проект называется «Живой камень. От мифопоэтики, от минералогии к мифопоэтике». Мы занимаемся проблематикой живого камня на самых разных уровнях организации, так сказать, текста культуры. И выходя за пределы, собственно, культуры, так сказать, в поле природы, сотрудничаем с профессиональными минералогами, и здесь обретаем какие-то, так сказать, мосты, перекидывающие нас от природы к культуре и наоборот. Поэтому это вот такой опыт особого семиотического, так сказать, анализа, идущий от первой матрицы природы. Мы продолжаем этим заниматься. Я думаю, что еще некоторое время наш проект будет существовать, тем более, что он был поддержан фондом, Российским гуманитарным фондом, новым фондом, только что организованным. Вот, мы очень благодарны всем, кто сопричастен, так сказать, кто сопутствует, кто помогает нам в нашем пути, кто вдохновляет нас на какие-то новые исследования, новых аспектов, новых ответвлений всей этой темы. И вот живым доказательством того, что тема сама находит интерес в широких гуманитарных кругах, и что у нас есть союзники, и друзья, и, так сказать, сочувствующие в таком старинном слове, в старинном смысле этого слова, является вот это наша конференция. Спасибо Александру Сурцеву, нашему герою, который все организовал. Но главные слова благодарности обращены, конечно, к тем, кто помог нам организовать эту конференцию и кто предоставил нам возможность объединить усилия трех балтийских стран и прежде всего... Усилием одной страны. Усилием одной... Дайте возможность. Я передам вам слово. И прежде всего предоставил гостеприимный круг Литовского посольства. Спасибо большое. Нет, не мне, а Александру. Александра. Нет, я только перебиваю. Закрывайте. Глубоко уважаемые коллеги, я постараюсь сказать несколько слов, усердно следуя за произношениями и падежами. И Татьяна Владимировна понимает, что это Константинов Скалафис строки. Мы очень рады, что Том Балтрушайтиса ожил. И я помню, как 2 или 3 года назад мы в Литовском сейме принимали резолюцию, собравшись, и чтобы наше государство прислало атташе по культуре, ибо чтобы эта прекрасная работа, эти связи между многими народами и многими нациями продолжалась. Большое спасибо хозяину, конечно, он скажет слово последним, как и полагается, но прекрасный наш Spiritus Morans, другого слова, я не могу найти,
это, конечно, Татьяна Владимировна, которая была во всех конференциях, насколько я помню, и, насколько я знаю, во всех, на которых я не помню. Спасибо вам. Это меня учил Будрайте, столько позировать. Вот. Нет, а теперь, да, Александра. А теперь сын. А теперь, да, закрывайте. Вы действительно наш герой, благодаря которому все это состояло. И сейчас еще за вас, как я понимаю, пить будем. По регламенту только. Только по регламенту, да. Ну что ж, раз вы меня так приватали, насилуете, ну это приятно, я бы, конечно, хотел от не только от лица, я как бы здесь как бы ни при чем, в принципе, понимаете, за мной стоит посольство, за мной стоит посол, люди, которые помогают, которые участвуют в этом, в этой всей организации. Также, конечно, и наши коллеги из других посольств, к сожалению, так сложилось, что они не очень успешно в этом году, как бы морально они очень нас поддержали, физически своих тел не удалось перенести сюда. Но это бывает в жизни, знаете, особенно у дипломатов. Они себе не принадлежат, поэтому, к сожалению, так бывает. Сам знаю, поэтому как бы, за коллег я все равно я благодарен им, что моральная поддержка тоже очень большой вес. И, вот, также от своего лица хотел бы поблагодарить всех сотрудников посольства, нашу литовскую общину, которая пришла поддержать всех сотрудников, всех научных сотрудников, которые озвучили свои темы. Также я хотел бы поблагодарить, конечно, посла за то, что он понял, что насколько это важно в это время проводить эту конференцию, особенно на такую тему, где участвуют две стихии природы, две стихии природы, вот, которым, скажем, я сам лично очень благодарен. Да? Я, как организатор, вот в Литве, у меня осталась еще одна стихия, которую я должен как-то ей дать должное, потому что земле отдал рояль, на машине ездил по Вильнюсу, и мы делали концерт на машине, в воде отдал, так как рояль плыл на плоту, и мы играли, музыка звучала на плоту, воздух дал, ветер, воздух, значит, да, так как рояль летал уже. Но сейчас остался только огонь. Я вот думаю, как этот рояль сжечь? И вот уже второй год думаю, никак не могу придумать. Но вот, вот еще одна стихия осталась, которая вот не вы, вот просто вот с водой и камнем, просто меня, знаете, так вдохновили очень сильно, особенно после того, как я все равно краешком уха как бы послушал работы, которые были представлены, прекрасные работы, то, что в этом маленьком и большом помещении находится столько великолепных и элитных умов мира, вы понимаете, вы даже не можете себе представить, что вы элит науки, и вы здесь, в доме Балтушайтесь. Вы только на одну минуточку, вот сейчас выпьете вина, и на одну минуточку вот задумайтесь, что вы вот те самые элитные мозги, понимаете, которые очень дорого стоят, и которые не только денег стоят, они стоят уважения, значит, понимания, ценность, понимаете, и вы здесь.
И вы вместе с нами в этом доме. И это, так как я это понимаю, для меня это самая большая ценность. И просто я даже, знаете, я вот с вами чувствую себя очень таким маленьким. Ну и правильно, я такой есть, знаете. Но то, что вот я среди таких людей, это, конечно, меня тоже, знаете, сразу, знаете, как говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Так я вот от вас по чуть-чуть уже и набрался, знаете. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить всех, тоже каждого, от себя лично, и от посольства, и от своих коллег. И вот то, что я сегодня услышал, то, что я услышал на этой конференции, я хотел бы всем вам пожелать и себе также быть такими твердыми, такими непоколебимыми, как камень, и быть такими мобильными, не знаю, как еще, динамичными авантюристами, как вода. То есть желаю на самом деле успехов вам в творческой жизни, потому что вы своим опытом, своими работами показываете, что, как Татьяна Владимировна говорит, вы живете свою жизнь. И никто не вправе и не в силе вам подиктовать, как вы должны эту жизнь прожить. И мы должны эту жизнь прожить как раз вот так, как мы ее должны прожить, а не так, как нам ее диктуют, понимаете? И вот эти связи между народов, связи, значит, между стран, между учеными разных стран, между учеными с разными, значит, ориентациями, значит, ну, имеют научные, научными. Вот. И это очень важно, я думаю. И поэтому спасибо вам большое. Это научная ориентация, да? Я оценила. Большое спасибо. Я на самом деле, я очень рад вот на самом деле находиться с вами и вот сказать это учительное слово, но все же я бы хотел все-таки, чтобы пару слов еще сказала Татьяна Владимировна. Можно, Татьяна Владимировна? Спасибо вам большое. Александров, я уже сказала, энтузиазм Александров, он зашкаливает, потому что сколько было сделано, и так организовать, я просто не могла себе его представить, сколько вы на себя взяли. Спасибо большое. По-моему, все балтийские страны в одном лице у нас.